Тун-тун-тун-тун-тун. Всем привет, это Roblox Pet Story. Pet Story, Pet Story, Pet Story, Pet Story, Play. Так вот, что такое Pet Story? Мои победы, две. Так вот, Pet Story это как бы сюжетная игра, где мы играем за... Кто это? А, это олень. Так вот, я олень. Это очень крутой режим, мне он понравился с первого взгляда, поэтому мы будем его проходить различные, разные, прям абсолютно концовки. Я Рудольфий, у меня есть еще есть Чарли, есть Пако, есть Валтер, есть Рудольфий, за которого я сейчас играю, и Канелла. Я, конечно, буду играть за Рудольфия с шапочкой новогодней, потому что сейчас Новый год. Но меня он прошел, но ладно, нормально. Adopt Sentient. Ну хорошо, проходим. Наверное, сейчас мы попытаемся пройти новогоднюю концовку, потому что получить Рудольфия можно через новогоднюю концовку. Концовка слишком громко. Очень громко, я сейчас сдох. Почему-то громко. Ну давайте вот так как-то. Гав-гав, давайте так, как это Е? Ага, Q это говорит. Ну, примерно, в принципе, хватает. Можно даже немного потише сделать, но, в принципе, нормально. Так вот, у нас 7 игроков, уже 8. Как только будет 10, мы начнем. Но, скорее всего, как только будет 10, один игрок выйдет. Я привык уже, что как только я захожу, один игрок выходит, и игра начинается. То есть у нас 9 будет. Это сюжетная игра, при этом. А, я что-то говорил. А, таких режимов, где мы садимся в какой-то автобус и куда-то едем, на самом деле, много, но... Чаще всего они все какой-то хоррор, а это какой-то, ну, я Рудольфий. Не, на самом деле, что-то у меня слишком много не. Кто-то вышел, я не понимаю, зачем ты это сделал. Поехала! У нас 7, Стерли, Мун Герл, 9, Мэджик, 109, 11, да почему вы выходите? Adopt Sentient. Хорошо. Подождем, пока загрузятся игроки. Pet Story. Нагладелось, у меня вообще ничего не прогрузилось. А, вот, все прогрузилось. The Daily Blocks. Телемон релизит the новые. Телемон релизнул новую будущую of Roblox. Новую версию, наверное. Новый будущий Roblox. Договорилось. Окей, новый будущий Roblox. Что? Я сейчас пытаюсь настроить звук. Нет, спасибо. Так вот, мусоровоз, котяра, бежит котяра, слишком громко, я не могу настроить звук, ребят, что? Ага, голубь. 38, в принципе, нормально. Е, музыка, так, сразу берем и кушаем, это еда, она дает энергию, а энергия это жизнь. Гав, привет, ты новый питомец, мое имя Канелла. Английского я не знаю, буду приводить как хочу. Я люблю, не знаю, короче, какой-то бесконечный мид. Что такое мид? Мясо, что ли? Это человеческий звонок. Adoption Center. Это название человеческое. Короче, что? Здесь Сусия. Главное, здесь Сусия, она человек, наверное, что-то такое. The Content. Контр. Я ничего не понимаю. Поверь мне. Я вообще не понимаю. Как плохо не знать английский. Но тут довольно здорово. Наверное. Ложь. Хьюман. Люди фигня. Люди твари. Это слизер. Это... Он собака. Короче, он кусок дерьма. Договорилась. Меня все всегда, just like me. Все меня любят. А вот я так не думаю. Нет, там не так. Но я не знаю. Год это. Па-па-пам. Так, здесь у нас конфет. Короче, что-то там петы. Я могу кушаться, я могу. Энергия тратится, ребят. Не мерещится. О, энергия. Да, энергия реально тратится. Так, это кто? Чихуахуа. Какой он рофловый, серьезно. По сравнению со мной, светящимся носом по имени Рудольфий. Так, о. Еще конфет.
Так, press Q to, чтобы говорить, press E to bite. Мы кого-то будем байтить, понял? Не, но если мы все равно, мы можем кого-то укусить. Притом, я думал, что звуки у всех, то есть, даже у оленя будет тот же самый звук. Гавканье, собаки, нет, поменял звук, хорошо. Так, раз, это игрок, зеленый очередной игрок, Орео это не игрок, Канело не игрок, Чихуа. Машина едет, но скоро приручат. Ну, правильно, наверное, заведут, ну лады. Ребята, идет визитор. Так, отлично, сразу какой-то кто-то, у тебя, блин, даже ника нет. Будьте хорошими питомцами, давай вылазь. Почему такая большая? Машина слишком большая. Она? Тебе такая большая машина, бабуля. Бабуля, зачем тебе такая большая машина? В ней поместится две бабули. Да нет, не две. Ну, как бы двухместная, наверное, поэтому и так две. А другую можно будет вот так вертикально положить. Good morning, sweetie. Добро пожаловать, сладкий. Мое имя Гендеус. И я Гренни. Ну, называли меня Гренни. Хорошо, Гренни. Гренни с большой буквы. Вам какого питомца вы хотите приручить сегодня? Меня! Хорошо, я люблю питомцев. Подумаю, или я люблю питомцев. Отлично! Следуйте за мной. Хорошо, сейчас она последует за ней, а нам надо быть рядом с ней, чтобы нас приручили. Это Канело. Нам сейчас их показывают, и мы видим все от их лица. Канело. Ходительная не умеет, у нее квадратные глаза. В отличие от моих нормальных и круглых, посмотрите, какой красавчик. Круглые. У нее они вот такие вот квадратные, острые. Это три. Каким образом? Что? Трики, как ты туда попал? Это очень крутой, он очень крутой, сильный. Как он туда? Это Иномаркин 119. А, и Корн Майджик. Он любит спать целый день и очень много легкотня. Это Егор Гейс 12. Он очень сильный и вообще осел. Вообще-то я олень. Это Аба 2016. Еее! Боже мой, никнейм вообще. Он адаптен в The Very Sentive. Он вообще приручается. Это Цуки. Цуки. Цуки, прекрасный ник. Цуки, какая же ты цука. It sleeps all day. И, короче, Stan Moon Girl 911922-3912. Он много кушает мусора и вообще легкий. Это слайсер. Бедный Трики. Он очень агрессивный. Либо же Трики. Он любит целый день убивать. Так, ну кого это? Меня, бабуля, меня. Это все прекрасно. Вообще, да, согласен, это прекрасно. Ну и кого вы это возьмете себе домой? Как кого? Меня. Я возьму Трики, Егор Иномакин, Егора, Цуки, Стэн. Ну, короче, всех игроков и Канелу. Вау! Вы уверены? А вам, вы сможете так много? Конечно. Я люблю большую компанию. Гренни Цукин. И следуйте. Короче, я хочу во втором эпизоде по данной игре кое-что проверить. Сейчас у нас будет, постараюсь сделать новогоднюю концовку, либо новогоднюю концовку, либо концовка бабули. Что-то такое. Потому что сейчас у нас есть две разветвления. Мы можем поехать в магазин, где будет новогодняя концовка. А также мы можем поехать к бабушке домой, там будет уже лаконичная обыкновенная концовка. Я не уверен, что на самом деле, может быть, уже выпилили концовку новогоднюю. Я надеюсь, что нет, конечно. А! Неужто у нас не получится остаться за 30 секунд? Но я попытаюсь в следующем эпизоде, мы не пойдем, мы попробуем. Просто я как бы, мне надоело, что все время одна и та же Гренни, она очень достает, потому что она же Гренни. Мне надо супермаркет, хм. О, близ. Лады, он просит хоум, давайте тогда в хоум, лады.
Давайте в Home, ладно. В следующем эпизоде будет Christmas Ending. Я постараюсь его. Эх, а мне надо было это... В принципе, в любом случае, я не очень хорошо помню обычную лаконичную концовку. Поэтому нормально. Добро пожаловать домой. У нас тут немного тараканов, да? Уверен, тараканы тут есть. Это же баба. Что это, мыши? Ладно, не мыши, так тараканы, это тараканы, так мыши. Какая на разница? Короче, это ваш новый... Исследуйте и взорвите новый дом. Эксплоужиру. Ладно, исследуйте, конечно. Ну, а пока идите в спальную комнату. Един... Я не пойду! Един... Мисти! Йоу, новые питомцы, хеллоу! Ха-ха! Тупой кот! Он Ахмед. Я его буду звать Ахмед. Почему он такой рофловый? Почему он такой рофловый? Мне так нравится. Это лучший питомец, реально. Я даже его убивать не хочу. По сюжету его, наверное, придется прибить, наверное. На то я уже не помню. Но он очень крутой, вообще. Самый крутой. Если его можно получить, то я требую данного питомца себе. Я буду играть только за пигиона. Еще энергия. Вообще прекрасно. Ну что ж, уже ночка, да? Правильно, я темнеет, все, уже ночь. Мяу. Что-то музыка исчезла. Куда? Гренни идет спать. Сейчас. Ну, очень будет страшно. Не для маленьких. Каждую ночь, пока бабушка спит, голубь Ахмед. Даже не знаю, как его звать. Меня зовут... Почему его назвала Пигион? Вот смотрите, его звать Мисти. А его зовут... Тараканы... Бе. Вообще-то я люблю тараканов. В игре их круто... Помогите их убить, тем более, теперь я точно их люблю. Я просто у каждого имени есть, даже вот это, Рудольфи, знакомьтесь. А вот это просто Пигион, очень скучно. А, давайте его так и звать, Пигион, все, твое имя Пигион. Время настало! Таракан. Ребят, нам всем пипец, тут таракан вообще, жесть, тараканы. Немного меня перекрикало, секунду, но я уже все исправил. Ну, не секунду, нормально, меня услышать на видео, если можно было. Тараканы. 20 тараканов. Припейте 20 тараканов. Они слишком вас много. Вы же понимаете, что мне вас таки... Блять. Они же когда летают, они атакуют. Вы понимаете? Я не умею. Я 20... Огромен. Так, все, я всех придушил. Кого здесь можно было, я прирезал. Своими зубками. Он может несколько раз атаковать, поэтому нам надо быстро. А второго кусай ты. Укуси его. Так, еще один там. Сейчас он будет атаковать, и мне придется. Вот это да. Таракан. Таракан. Мисти открыт. Что? Я открыл Мисти! Я могу играть за Мисти! Я не знаю, как это сделать. Может быть, надо убить определенное количество пэтов. Я что-то туплю и сам себе ранил. Ладно, мало энергии. В смысле? Вау! Ты реально убил всех тараканов! Что происходит? Ну все, бабушка Гренни. Не злись. Гренни злая! Да все пить, да все, да все спать быстро, или я вас всех зарежу. Ладно, как-то я странно улег, хотя нормально. Слушай, тебя нельзя мне просто ничего, я не хочу, все, встань. Да, все, сейчас она нас спалит и будет другая концовка. Опять плохие сны. Да в смысле? Я тут икаю, ты совсем? Или ты про мои плохие сны? Да мне нормально все. Только ты совсем дура. Ну что ж, время разобраться с
пигеоном. Я прав? Ха-ха! Тупые! Вы никогда меня не поймаете! Я сейчас тебя открою. Мне надо что-то сделать? Нет, Мисти, тебе надо ничего не сделать. Не, серьезно, что ты спрашиваешь? Конечно, тебе надо что-то сделать. Не офигевай. Ха-ха, вы тупые. А ты балбес. Так, ну надо его пить, как бы, да. Помогите мне его поймать. Я боюсь, что только что, когда играла звук, и было слишком тихо. Давайте я сделаю. Открыто окно! И, блядь. Это я его озвучил. Вы серьезно сейчас? Лови! Лови! Лови его! А почему Канелла первая? Канелла! Вы никогда меня не поймаете. Почему так лагает? Это серьезно? Из-за мусорки? Из-за мусорки? Ха-ха-ха, пошел. Ладно, пойду. Подожди, что? Это улица безумий. Нету ни души. Ну все, мы как бы тут подохли. Не, пока у нас еще есть шанс победить, потому что и нам надо просто в каждой зоне забирать вот такие вот тарелки. Нет, что происходит, дура? Ты что, не понимаешь? Ты реально дура, что ли? Господи, что происходит? Тупой вопрос. Мы на свалке. Этот пигеон. Господи. Ты была тупая, Эдит. Да ты сама первая пошла. В смысле тупая? Ты первая была. Пока я там находил, ты уже там стояла и с ним болтала вовсю. Почему тупая? Ты ж первая пошла. Ты совсем? Дверь закрыта. Надо найти кей. Я нашел. Сейчас крыса, рататуй пойдет. Не, я, конечно, прекрасно знаю. Крыса, рататуй, стоять! Мой ключ, ха-ха-ха, я уже рядом. Отдай ключ! Смотрите. Оу, что за... А, сейчас будут крысы, я их очень боюсь, я недолюбливаю крыс. А, крысы очень сильные противники в игре. Как бы вообще пипец. То есть вообще жесть. Вообще они меня придушат. Поэтому я сражаться не буду. Крыса, если я тебя как бы приезжу, ты как бы будешь страдать. Чё? Тебе нужна еда? Вот это да. А ты типа не знаешь. 13 крыс. Ну, нам всем... А, наверное. Нам еще и несколько раз атаковать! Мне очень тяжело. То есть по одному противнику, типа, мне очень тяжело. Да не момент, ее можно атаковать. Короче, надо выучить поведение крыс. Нельзя. Все, нормально. Она готовится атаковать. Придушил. Я как бы мало крыс убиваю, но... Давай... Двоих. На улице, давай. Давай, на улицу вас. Мне наплевать на энергию уже, все. Одна крыса. Чё ты только что сделал со своей семьей? Так, Рэти, пожалуйста. Тебе нужен ключ. Тогда поймай меня. Тогда спускайся. Слышь-ка. Ты не... Ела, дай ключ! Это мой! Моя крыса! Я ее съем! Умри! Крыса! Отда... Дебилы! А где ключ? Я поймал ключ! Я получил ключ! Отлично, опен, Канелла, заткнись, заткнись, ты, я не сделала, ты девочка, я понимаю, но мне, ты должна что-то сделать, почему Рудольфи в концовке другой, Рудольфи берется из зимней концовки, это реальный персонаж, то есть будет два Рудольфи, если я буду в скине Рудольфи на следующей концовке,
Он ничего не делал, он насмотрел на все типа, о да, мы крутые, вообще жесть. Где я? Вари, Ари-Ви. Где мы? Дура, ты не видишь, что ли, совсем? Алло, ты дура, что ли? Давай, 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 проснись. Уже не могу, я ее всем сердцем сейчас уже, меня она немного начинает бесить. За всю игру, за две концовки, она ничего не сделала. Она только говорила. Вот смотрите, она слишком быстрая. Почему ты такая быстрая? Потому что ты Берс. Сейчас она пойдет в какую-то это, и нас сейчас нам... 100% какая-то в неприятности она влезет, я вам обещаю. Она сейчас влезет в неприятности, и нам будет плохо. Только потому что она... Ты думаешь, я кретин и не пойму, как от тебя убегать? Но... Каким образом? Ну вот и что это? Так, еда. Еда. Так, нам надо было еще, наверное, еду забрать. Ну, нормально. Вы что тут делаете? Смотрите, вот, я же говорил, она первая. Потому что она все время ходит первой. Вы посмотрите на глаза. Посмотрите. Вот что, смотрите, сейчас смотрите на других. А, у него тоже... У него ладно, это не сильно видно. Почему у всех собак неадекватные глаза? Я только у одного Рудольфа вот такие глаза. О, у них адекватные глаза. Вот это да. То есть, оказывается, в игре существуют адекватные глаза. Не, ну как бы я рад. В глаза в 23. Вот нормально, не квадрат, а нет, квадратные. Почему квадратные? Не надо, Боб! Что не надо, я уже давно, я хочу их съесть. Так, так, я что-то не понял. Тебя что, покусать? Давай, 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 давай. Я тебе что-то забодаю. Бижен. Блин, ты да... Оп. Ты дурак? Ты кретин? Типа ты хотел что, умереть? Если умереть, то норм. Тебе выполнено достижение. Если вы думаете, я проиграть собираюсь, нет, я выиграл. Еее, я съел! Я надеюсь, что сейчас будет баг какой-нибудь и будет две еды. Нет. Прости его. Конечно, люблю их. А. Ахаха! Нет, это... Хелп. Ноу. Ноу. Help, help, помогите, помогите, нет. Я их убью. Помогите, помогите, нет. Ладно, так, нам надо бежать. Но... Эй, вы чё удумали? Так, типа они, если что, могут за нами пойти. То есть проблемы в их прохождении в эту маленькую, это нет, они могут спокойно. Ай. Ладно, пойдем. А я пока в телефон. Какая громкая, какая страшная. Не, на самом деле, реально страшно. Общежитие мод. Сайки Кусо. Алло, Animal Control. Смотри! Я бы ее, честно, не спасал. Я в той концовке, когда первый раз проходил, я про себя говорил. Я обязан снять видео про эту долбанную игру. Про этот режим, вернее. И я как бы вот сейчас, я вообще не хочу ее спасать. Так. Ты типа труп? А, или это типа... Понял. Не, серьезно, не спасать я не хочу. Мне она не нужна. Она мусор. Она за всю игру ничего не сделала, только мешала нам. И я сейчас не шучу. Вы, чтобы не... Чтобы не мало, я два раза прошел одну и ту же концовку. Я сейчас второй раз прохожу. Не смей! Да-да-да-да-да, сейчас он утает. Она... Да-да-да-да-да-да. Все, дальше идем. А Deadly Cheater. Ладно, читер. Ребят, я как бы вижу, что там, думаю, там Канело. Честно, мне на Канело пофигу. Она и нужна. Но по сюжету Трики, привет. То есть мы с Трики остались. Трики, который застрял у того бульдога, или как там у этого. Короче, у мерзкого чела. Понял, поэтому... Я понял, почему он такой... Он выжил. Знаете, почему Трики... А, не, он мертв. Вот это тоже, в принципе, выжил, да? Можно так и сказать. Но!
У него нет ника, поэтому я буду тебе обращаться как... Никак. Тебе не будем обращаться. Буду звать тебя... Чё? Ну, буду звать тебя... Нолик. Короче, Нолик и Трики выжили. Трики выжил, неудивительно. Знаете, почему Трики выжил? Потому что он застрял с тем парнем, да? С той собакой. А она как бы злодей, неприятный чел вообще. А, вот он как бы. Это что ты, да? Слайсер. Короче, со слайсером он застрял. Пока он с ним поговорил, он всех прекрасно понял. Он понял эту жизнь, поэтому он стал сверхсильным. С собакой, с шаринганом. С мангеку. Фуд. Я могу покушать. Короче, сейчас идет босс файт. Просто жесть, босс файт. Слушай, ты говорить даже не научился, ты умеешь только ты вообще разговаривать умеешь? Почему? Ладно, пофиг. В данный момент моя основная цель — это нажраться кучей еды. Ага, ты решил атаковать, но мне наплевать, так как я знаю твои атаки, к сожалению. То есть это не будет в моей первой его сражении. Слушай, мне наплевать на Unicorn Magic, а какого фига он вообще жив, если я сдох? Ладно, наплевать. В данный момент все просто, у него очень простые атаки. Сейчас начнется вторая фаза, называется она «Постери деньги, встанем и будем гавкать». Гав-гав-гав. 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 Дурак! Бака! Кусо! Бака! Бака! Давай, 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 давай. К нему сейчас надо быть предельно близко, чтобы я его первый атаканул. Вот это было опасно. Я вообще опасный. Какой я опасный чел. Кусь! Прекрати меня бить! Ты не такой сильный! Я вообще сверхсильный, я тебе первую жизнь снес. Я тебе, давай, давай, давай. Да почему ты целишься в пустоту? Вот, если... Я не понял сейчас. Слайсер, ты такой смешной, слайсер. А, ты все же на меня хоть иногда отвлека, бляха-муха. Ты сейчас был реально близок. Брат, братан, братишка, что ты стал слишком сильным, ты мне не нравишься. Брат, братан, братишка! Давай, атакуй! Не, сейчас он бодростой, потому что он атакует теперь по двум, конечно, да, но вместо одной. А, нет, всегда так. То есть не изменился. Не, на самом деле, я вообще научился от него врать. Смотрите, я прям близи, но он меня не атакует. Эй, братан, ты чё? Так, а сейчас было опасно. И он меня, в принципе, атаковал. Но всего минус 10, как обычно, я... Таракан. Может, он таракан, брат? Может, ты таракан? Сейчас, конечно, потяжелее, да, он сейчас очень быстрый стал. Типа, да посмотри, я за ним бегаю. Братан, ну куда ты? Ну что ты делаешь? Тебе не обязательно, ну, сейчас будет тяжело, потому что он очень быстрый. То есть он ускорился, вот его основной прикол. Серьезно, и что? Ты же в одну и ту же зону. Братан, слушай, призрак, тебе же ничего не наносится, ты охрененен. Мне очень понравился призрак, знаете, чем я сейчас только понял? Он красавчик, он иногда отвлекает на себя этого дебила. Тем самым, давая нам время. А тем самым, давая время. Так, давай, 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 давай. Последний кусь. Умри! Я его победил! Отойди обратно! Чё за фигня? Все. You die. Бедный слайсер. Он хотел жить, но погиб. Это все. Слайсер. Все. Огромно, вы меня спасли. Или вы здесь ради меня? Мы здесь ради себя. Я лично здесь ради себя, потому что на тебя мне, честно, наплевать. Ты персонаж фигня, я очень не люблю всех, кто с роботов. Хотя нет, мне очень нравится слайсер, мне очень нравится Орио, мне очень нравится Чихуахуа. Вот эти трое персонажей с самого начала, они очень интересные, они очень милые, они очень крутые, они вообще милашки. Крутые, 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 крутые. Хоной.
Я like being ever for the me. Чё, мэм? Да, это ваши питомцы, мэм, да? Ну, конечно, мои! Хорошо. А ну, дай мне их. Иначе зарежу. Или я еще расскажу, что такое за страшное место правительства, и вас арестуют. Я уже не знаю, я просто... Вы выжили! С Новым годом. Тут вот такая приписка. Спасибо, настолько. Ну а пока мы заходим в другой режим. Загрузочка идет. Загрузочка приятная. Загрузочка вообще. Загрузочка по истории. У меня 0 монет, у меня все монеты отобрало. 312. Спасибо, первых не отобрало. Что ж, мы прошли заново вторую концовку. Verifity. Free surprise gift. Verifity. G. Лады, я ничего не понял. Так, ладно. Мои победа 3. Ну, как я понял, основное... Я, кто не знает, у меня есть уже это, поэтому я возьму себе мисти. Ну, а также, на каких питомцев я коплю? Конечно же, на попугая. Господи, почему птицы такие рофлы? Ну, я к салоту. Ну, у вас же какой... какой милый! Жесть. Так, мы можем когда-то открыть его. Ответь. Verify your Twitter handle to unlock. Hard mode to unlock. Завершите 10 историй. Победите 5 историй. Дубин Christmas. Что? Ладно, будем потихоньку их изучать. Будем потихоньку проходить. С вами был Егор. Я посижу в коробке. Коробка. Насчет твиттера я ничего не понял, возможно. Давайте я попробую коды погуглить. Так. Плюс коды. Коды на. На Pet Story. Pet Story. Pet Story. Когда на Pet Story? Junior 2022. Ого, уже 22 года. Я и забыть успел. Вот это да. Так вот, какие коды существуют? Правильно. Чего? Тут тесты написано, я гей. Прекрасный, вообще отличный тест. Очень полезный, главное. А, можно вопрос? И где коды? Это же обычный этот. Это же не коды. Вот тут, давайте сюда. Так, сейчас пойду. Да пофиг. А тут нет кодов. Ага, то есть тупо нет. Твиттер, пончик, конг. Давайте я в твите зайду твой, давай. Что мне надо сделать, братан, братишка? Что мне надо сделать? Я как бы хочу получить тот бесславный подарок. Братан, что мне надо сделать? Я хочу. Так, верифоллоу нас в твиттер. Давай я тебе самого себе доставлю. Подпишись на нас в твиттере. Ну ладно, и давайте я сейчас реально зарегистрируюсь в агрессор с помощью Google. Так, заткнись. Ладно, на самом деле почта называется Лалалойка, Лалаложка и Колобошка. Ну, если быть адекватным, то это Лолка. Почта Лолка 111. Дальше пароль. 8-800-555-355. Вот такой вот пароль, 8-800-555-355. Пусть-ненько входим, вводим. 8-800-555-355. А, так, у меня на телефон пришло сообщение. Конечно же, я быстренько его подтверждаю. 8-800-555-355, да, это тот пароль. Все, мы зарегистрировались. Зарегистрировать, конечно. Как и в горпоме, конечно. А номер телефона обязательно, что ли? Окей. Ща по-быстрому. Ща. Так, на самом... Ну, так, пароль 8755, почта, и лол.
Почта Лолка 2-2. Почта Лолка 1-1, правильно или нет? Почему 2-2? Что-то я совсем буквы. Лолка 2-2. 8-8-5-5-5-3-5-3-5. А номер мой 7-9-9. 7-9-9 чего? 7-9-9 125. Вот такой вот у меня номер 7-9-6-125 и 50. И таким образом, да, адрес верный. Так вот, у меня, кажется, уже был аккаунт Егор КТГ. Боже мой, ёшкин Егор, ты кретинообразное существо, ты дурак что ли? Какой, какого чёрта называется он Бадагадабида Бадабадагуга? Какого? Он реально, у него большой фигня. Фоллоу, конечно. Фоллоуинг, всё, фоллоу. Всё, я подписался. Теперь ты обязан мне выдать мою фигню. Ты офигел? Ты офи-фи-фи. А ты фонарел? Ты слышишь меня, фонарелы? Вот, ладно. Хорошо, на самом деле правильную почту веду. Собака. 8-800-5-5-3-5-3-5-3-5. Вот так. Что же нет? Ладно, первую две почты я как бы скрою обязательно. Теперь я захожу в Google Play телефона и пишу. Не говорю. Twitter. Все, скачиваю Twitter себе на телефон. Бан. Бадабумс. Зачем мне Twitter вообще? На самом деле Twitter полезный тем, что можно вот такие вот фигни делать. Ладно. Возможно, за кадром я разберусь. Возможно, нет, возможно, да. А я пока выберу себе мистика. Хочу быть Мисти. Очень милый кот. Охренеть, твои глаза вообще классные. Сразу видно, что ты кот. Новогодний Мисти. На самом деле, я даже не знаю. А, нет, у кого-то тоже есть Мисти. На самом деле, многие здесь играют. Либо за Ми... Вот, пацан. Пацан вообще жжёт. Жжёт. Просто жжёт. Вообще красавчик. Потому что у него крутой реально пацан. И мне он нравится. Все остальные, они чаще всего обычные, ну, либо Мисти вот такой вот, да. Я при этом играл за вот такой скин сначала, потом я играл за Рудольфия, а потом за Мистика. Что ж, на этом буду прикольно заканчивать. Я надеюсь, хотя давай я лучше перезагружусь. Выходим из Роблокса и заходим обратно. Возможно, сейчас мой реальный этот войдет. Зарегистрируй мой социал здесь. Что это такое? Так, давайте я еще, знаете, что сделаю перед тем, как выйду. Пончкокингс. Заходим в Roblox. И зарегистрируемся в его группу. Аэроплайны 1123. Кейс. У него куча историй на самом деле. Круиз история. Аэроплайн 1, 2 и 3, 4, 2. 2 ча, 3 ча. 1, 2, 3, 4 части минимум должно быть. Но я вижу только 3, к сожалению. Так вот, зарегистрируемся. И мы просим мой подарок. Вот ты твари, нет, я не пойму. Возможно, от этого разработчика мы поиграем в еще некоторые истории. А именно его Пончкокингс. Сейчас я его даже покажу. Вот такой вот у него кот, вот это вот он. А, ну вот. Вот. В принципе, там было также видно. Что ж, а с вами был Егор и... Мисти. Да, Егор и Мисти. И режим Pet Story. Лучший режим. Всем пока.